купилась Надюха-то? А деньги-то бабай унес. Пап, ты деньги из шкафа брал. Мамка, знаешь, какая злая. Вась! А, Вась! Чего молчишь-то? Знаю ведь, что тут-то. Чего ты кот-то, Надюха? Так, поди вон ванной, что ли, натаскали. Так это ж ванная-то еще полная душка. Так я постирать ходила. Так кто еще использует? Я тебя сейчас использую. Я тебя, паразита, сейчас так использую. Убей тридцатку дел. Вот ты что такой бессовестный, а? Если голубей купил за блесну вместе с голубями, паразита! Ты аккуратней. Лестницу-то сломашь? Ага, лестницу он пожалел. Голубятник паршивый. Так, видишь, мне ж чинить-то лестницу, да? Я тебя сейчас починю. Я тебя сейчас так починю. А ну, лазь, давай. Олька! Внук, говори матери, как на духу. Брал батя голубей? Да. Ну вот тебе, на платье, да на мороженое. А тебе, Люд, вот тебе на сапоги, да на помады. Вот будем теперь голодом сидеть. Ай, чё ты размахнулась, Надюх? Ну 25 рублей, а? Иди, Лона, целуйся со своими голубями-то. Обдирай нас, как липа. Мам, они красивые, голуби. Ну вот знала же, знала. А мать ведь ничего не сказала. Най, они чупатые такие. Ай, как-то. Ну вот такие, с чупками. Хочешь покажу, а? Вот только выйди. Люд, ну, что делать-то будем? Деньги-то последние были. Как это? Ты ж это с книжки-то сними. Вот сейчас как пульну, много клава, чтоб сымать-то. Так не я ж клал, ты клала. Вот прямо вот, ну, чем-нибудь бы так и убила бы, а? Ну, чё, Люд, иди, неси сберкнижку. Где? Да, дама. А. А ты слышишь, что? А? Смотришь туда. Чё? Иди давай плиту почини. Устала за каждым разом. Я печь куда добить. Слышишь, что говорю? Да. Сейчас начнём, а? Я быстро двигал. Месяц ждал. Оленька, да ладно, на какое хорошее дело ты деньги-то потратил. Думаешь, легко они даются, а то ведь голуби. И зато не бьет. Ох, и правда, хоть не бьет. Ну чё, пойду в магазин, а ты чё, уши-то растопырила, отцова заступница. Люд, Лёнька с техникума придет, покорми парня. Сам не поешь, что ли? Вот с мужем будешь так говорить, миг от тебя сбежит. От тебя ты бы сбежал. А я чё? Я хочу. Привет, сама ты поешь? Да я не хочу. Ходи, друзья. Так это ж, сарай под брезентом лежит. А ты куда собрался? Чего ты совпал? Топором даю. Ну, хорошо, ты на мою дочь-то тоже прикупи. Хлеб да соль. Здравствуйте, дождатель. Василий, Люд, здорово. Дети, Петь, поешь с нами? Можно. Брат, мама, соль. О, достань, мама, соль. Да уберишь ты ее, ага. Вот, там не идут. Ну, иди давай. Что, Люд, в отпуск? А что одно, а? Где твой-то? Тихо. Её там с Генкой-то что-то не заладилось. Чего такое? Да мы её не спрашиваем. Ну, молодец, что приехал. Закусывают, говорю. Я говорю, закусывают уже. О, Санька пришла. О, Саня пришла. Я ж тебя, паразита, еще с магазина так приметила. Я ему Митя, Митя, а он по часам. Чего говоришь? Что же слышал только что? Ну-ка, скажи что-нибудь. А что сказать-то? Дорогий Митя. Не слышу. Надо это, к кушнику идти, аппарат ставить. Да не пил я, не пил. Хотя, повод есть. День взятия Бастилии впустую прошел. Садись, папа Шура, поешь.
Ой, можно, Любенька, можно. Сели, чем это вы руки-то моете? Чем это вы руки-то моете, а? Ах, паразит. Ну, Саня, это я тебе никогда. Ну ничего, врагу не сдается наш гордый варяг. Вот до девки тут да я, девки баню я на баню, и ногами тарабаню. Че, выходной? Выходной? А че плачешься? Знаешь, как посапал? Я со своей тоже в контр. Она сейчас там, я тут. Она туда, я сюда. Пускай по марафоне. Я со своей кикиморой воюю, партизанюсь. Ты хочешь, виноватися? Че у тебя рыбает? Так это ж, за голубей-то все, ага. Она уж не сердится, нет. Не поймешь разок, все как шелковая станет. Что характерно, обнаглели. Он у Джигита этот вопрос поставишь. Когда не разговариваешь, она в комнату не войдет. Потому и горняки, то есть люди с гор. Йо. Василий, вы его видели? Конечно. Где ж ему быть-то, как не туда? Так это, я надеюсь, только это... Пару кружечек-то, чтобы пусто только не забыть, а? Ага. Ой. Ясно. Сумки-то тяжелые, дай помогу. Ой, помощничек выискался. Ну чё, Филиппова-то видел? Нет. Конечно. Разве дома только сидишь, и звал он у тебя? А что случилось, Красюк? Так ведерко сломалось, порошняк пришел, просил на цель. Ох, Лёшкин год. Ну, ладно, я побежал. Потом. Давай, беги, беги. Василий! А? А мой ненаглядный-то не заплывал, нет? Нет, не видал. Ох, паразит, ну паразит же, а! Чё ж вы ничего, никак не насобачитесь-то, а? Ой, ой, зашлась прям не к добру, чё. Ой, Надь, мне завтра-то с утра на картошку ехать надо, а? А вот как ехать-то я теперь не знаю. Да куда он денется-то? Придёт. Ой, Надя, дай мне лопату-то, а то наша, ну, совсем затупилась. Был бы Митька, так наточил бы. А где же вы сейчас сыщешь, да? Пойдем, да. Ну, пойдем? Ну говори уж скорее, ну не доводи ты людей-то до белого коленя, а! Иди
юмор, я не понимаю. Надежда, убери ее! Да и вправду, дядь Мить, говори уже! Ну, он у вагона стоял. Кто стоял-то? Ну, кто стоял-то? Василий? Бревно! Кувырк с вагона! Одним концом вашего батьку по голове шибануло. Все, Люд, все! Костя! Все. Теперь так и останется. Что останется? Косоглазие. Так он живой? Конечно живой, ты что каркаешь, дура? Только один глаз туда, один сюда. А вы что подумали? Ах ты, гад. Митюнюшка, я ей говорю, Санюшка.
А она мне Митюнюшка. А голос какой, скажи, Надя, как запоет. Ой, лили, да лили, весельями и миг разлуки готов делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Чё, откопались уже? Ой, что это тут происходит? Что он рассказывает? Прикинься же, зараза такая. Что происходит, а? Я только за ворота, а он уже нагревается. А что происходит-то, я не пойму. Надя, а что ты поешь-то его, а? А что ты его поешь-то? Ах, паразит! Видишь, ты сразу напиваться, ну! Беги, дядя Мир! Посмотри-ка, и мой красавец, вдовец-то уже тут сидит. Ну, чё говорю?
Чёрт, никто не знал. Всё. Распаковывать чемоданы. Всё. Всё. Ну, чё переживаешь-то? Ну, дался тебе этот галстук. Ты вон пуговку-то расстегни, и хорошо. Пуговку? Какую пуговку? Там же юг. Культура. Ты по телеку посмотри. Там же и культурный форпост. Ой, Людмила, ну красавица, ну все ж умеет, да? Ой, молодец. Я другой узел вяжу. Ну что, ребят, давайте с батей прощаться. Приходит ответ, и только после этого правительство решение принимает.
это, еще бы, каждый день это правительство кто-то думает, да? Пойдем, ладно. А это? Ленька-то просила у меня батарейки для транзистора купить. Да и Ольге надо что-то подарок-то какой-то присмотреть. Ольга? Я люблю сумку. Ольга, это жена? Нет. Ольга-то это у меня дочка младшая. Жена-то у меня Надюха. Надюха? А? Я извиняюсь, а вашего мужа-то как зовут? Боже, сохрани. Я своей свободой очень дорожу. Брак – это добровольная рабство. А кто вам галстучек покупал? Так это же это, Надюха покупала. Рекомендую приобрести вот этот. Или костюмчик. Глаза. А, Раиса Захаровна, я извиняюсь. Раиса Захаровна. А прекрасно. А вы экстрасенс? Говорит. Что, не можете больше терпеть? Она говорит, не могу. Что, так и говорит? Попробую вам помочь. Привел ее в свой кабинет, раздел, положил на стол, а потом голыми руками, без всяких инструментов, раздвинул. Ну, там у него какие-то свои секреты есть. Кожа сама разошлась. Вам не больно? Нет. Очень хорошо. Вынул все пленки и в таз. Там их прополоскал чуть ли не щеткой. Хрест! Все, что болело, в мусорное ведро. А это? А что, наши-то пока не умеют, а? Это же специфическая филиппинская медицина. А, Раиса Захаровна, а баба-то это жива? Еще как жива. Прекрасно себя чувствует. Правда, не узнает никого. Но парень почему-то жив. Важен же не результат. Процесс. Я понимаю, да? Нет, не сильно он таким. Нет, что вы. Я же столько узнал. Я за свою жизнь столько не узнал-то, да? Знаете, Василий, какой вопрос меня все больше и больше занимает. Как это вы и я оказались здесь, под этим южным волшебным небом? Как, Василий? Известно как. Ёптан-то, а наша организация-то? Не романтик вы, Василий Егорович, не романтик. Эти парни, но адрес свой, ты навсегда забудь, но кончайся. Вы знаете,
Я в детстве была безумно сорвался. С мальчишками и мой папа очень хотел мальчика. Родилась я. Девочка. А как ты назвали? Кому? Ну, девчушку-то эту как назвали? Захаровна. Эй, не понял? Ну, мой папа хотел мальчика, а родилась я. Девочка. А, ну, понятно. Мой папа. Знаете, кем был мой папа? Нет. Офицер кавалерии. А, это? А, да. А я это? А вы умеете? Ну вот скажите, Васи, почему эти глупые так и способны лежать? Почему? Точно, да? А она мне куда деньги дела? А куда деньги дела? Так я ж это, давеча-то. Парочку лагерей-то прикупил. Ох, и умные эти пернатые-то. Вот, запустишь его так быстро, он под облака-то подымется, со спичную головку-то сделается. А эту головку-то при себе держишь. Руку-то так вытянешь, помаячишь, и он оттуда прямо камнем хоп! И гор-гор-гор-гор-гор-гор-гор-гор. Вот, что это такое-то, а? Вероятный инстинкт размножения. Любовь, вероятно. Любовь. Василий Львович. Таисия Захаровна. Чувствую себя, наверное, хорошо. Еще не понял. Более... Набрал ракушек, полную тумбочку. Ух ты! А ветку пальмы съезжу перед отъездом, а то засохнет. Ой! Леньке накупил батареек для транзистора. Нормально. В общем, все, что просили и заказывали, я выполнила. Ой! Дорогая Надя! Ой! Извините, что я... Ой, чё это, Люд, глянь-ка, вроде как не он пишет-то, почерк довольно быстрый пошёл. Дорогая Надя, извините, что я вмешиваюсь, но Василий очень ровный и деликатный человек, поэтому ему трудно решиться. На берегах этого удивительного моря мы с Василием обрели друг друга. Чё-чё, они с Василием обрели друг друга. Так, это случилось внезапно, как наваждение, мы до сих пор несколько растеряны. Пути Господни неисповедимы, и кто знает, на какие испытания у нас еще подвигли. Безусловно, жить теперь друг без друга мы не сможем. Люд, что-то не пойму никак. Кто пишет-то? Сосед что? Не сосед, женщина. Ага. Не пугайтесь, я не против общения с детьми. Думаю, что вы, как интеллигентный человек, не осудите нас за этот лучик счастья на темном небосходе жизни. Простите нас, собака. Вот так, с уважением, Риса. Раиса. Раиса Захаровна. Пыс-пыс. Ой. Спасибо вам за Васю. Чё это, Люд? Пыс-пыс, ты чё? По скрипту. После злобия. Ну? Спасибо тебе за Васю. Кому? Да тебе спасибо за Васю. А, ну? Ну, погоди-ка, вот опять он пишет. Надя, мы 4-го вылетаем назад домой. А сегодня? Ты как он? 11-е. Ой, так прилетели уже, видать. Так что сюда не пиши, я бы сам не сказал, письмом как-то лучше. А Раиса Захаровна женщина хорошая, она даже подарки помогала искать. До свидания, Василий. Ой, горит мне, горе! Ой, горе-то какое! Он чё же, Лёнь, чё же натворил-то?
Зубина при чем? А над мамкой-то издеваться-то можно? Вас вон вырастили. Думаешь, легко было-то? Встречу, убью. А Гоби ни при чем. Как убьешь? Ты че, вот дурак. Слышь, черт, а ну стой! За шкирку-то его подрязнить будет с него. Слышь, что говорю-то? В уборную я. А я с тобой. Что, сурела, что ли? А ничего, по караулю. Да в уборную я. Ага, в уборную. Не знаю я прям. Че удумал-то? Вот что натворишь, потом ведь в тюрьму попадешь, век не отбойся-то. Юля, стой. Может, вернется еще. Да вы все с ума посходили, что ли? А вы откуда будете? С работы, с управления. Ну проходите. Ой, а у нас прям горе такое, горе-то такое. Ваня, кончай. Так что, может я чайку поставлю? Ой, не-не-не. Ну и кем вы там в управлении-то? Я работаю в отделе кадров. Ну так чё ж вы за кадрами-то так плохо смотрите-то? Ведь бегают куда хотят ваши кадры-то, а вам-то ведь и дела нет. Вообще-то у нас текучки нет. А у нас-то текучка. Ой, как страшно у нас текучка-то. Вы уж пропесочьте его там как следует-то. Вы уж сымите с его дурака стружку-то. Мам, может, не по тому вопросу? Ну почему же? Именно по этому вопросу и делать, что ли, нечего. Иди, вот, иди. Лёнь, куда ты? Ну-ка, стой. Карася там дам. Смотри, там у меня-то. Ой, убью ведь, говорит, и всё. Кого? Кого? Так отца. Вот ведь тихо-тихо, я вот чубошку-то себе втемяшу-то. А ты-то потом не бойся. Ну, вообще-то я не думаю, что это выход из положения. Ну как же так можно думать-то? Все-таки ведь отец какой-никакой. Вот ведь паразит-то. Подженился там на курортах-то. Вот. И ничего знать-то, ничего не знать. Вот говорили же мне, говорили. Чем они на курортах-то этих занимаются? Как вы туда гипотоскохи-то попадают? Что ж вы им на курорты-то путевки-то даете? Мы обе женщины. И я хочу, чтобы мы с вами поняли. Да-да. Все не так страшно. Ну как же не страшно-то? Страшно. Успокойтесь, прошу вас, дайте успокойтесь. Вы его любите? Че? Любите ли вы этого человека? Да какой же это человек-то? Да был бы это человек-то, разве так-то плохо поступил? Ой, его-то стерва-то облапошила, а он-то дурак-то уж-то и развесил. Почему это вы так думаете, что это его кто-то облапашивает, а не он? Ой, да что вы говорите-то? Да разве добра женщина вот так поступила? А вот увидите, вот все и отольется. Ты что раз еще закается-то, змеюка подколодная? Почему вы так говорите, как будто я его не знаю, у них ее... Ну. А что? Первый чудом у нее-то. Поди ведь не 16. Да, не первый и не 16. А если это любовь, да? Какая любовь? Такая любовь. Вот о чем вы прежде всего думали. Подождите, да? Что думать-то думать? Хоть про любовь вот меня спрашиваете. Ну а что? Плохо, что ли, мы с ним жили-то? Не воевали же. Все вроде как будто ладно у нас было-то. А привычка? Какая привычка? Элементарная привычка. Поэтому я вас спрашиваю, любите ли вы этого человека? Ну, прям уж и не знаю. Вы про любовь какую-то. Ну, какая тут любовь-то? Когда мне вот воздуха-то не хватает, а в груди-то прям все прям жжет, как будто вот огонь вон из печи-то глотнула. Мой душ. Вы не дышите на себе.
делается-то? Вот что делается-то? Людк! А, Людк? Что? Глянь-ка! А это ведь она? Ну что, намерена скандалить, Надежда? Я же пришла, как к вам, к умной, взрослой женщине. Ах ты! Сучка ты крашеная! Ну почему же крашеная? Это мой натуральный цвет. Ну я так понимаю, наша беседа подошла к концу. Результат с Василием мы обсудим и пришлем вам письменно видео. До свидания. До свидания. Я тебя сейчас... Ой, я тебя сейчас... Знаю, кто с батей-то видится, прокляну. Добрый день. Здравствуй, Те. Кушать будешь, Те? Я все вижу, Василий. Так я немножко поцелить-то, ну вот, совсем горло-то не лезет, а? Соль, да белый яд. Так это ж вроде сахар белый я. Сахар? Сладкий я. Рейзы, а может это, хоть хлебушка, да? Хлеб? Это вообще отрава? Нет, я бы сейчас вот горбушечкой-то бы отравился бы, а? Ну правда, жрать охота, да? Не жрать, а есть! Чё? Ничего, что! Рейзы, Захаровна, ну вы чё? Ну, поешь жрать, а? Прости, милый, мне сегодня сделали... Очень больно. Ты поешь, поешь. Ли. О, масне? Присядь, Ли. Присядь. Давай посидим и помолчим. Ну почему? Почему люди такие жестокие? А кто? Почему? Ну почему? Так это ж, люди-то разные бывают, да? Боже мой, ну что я ей сделала плохого? Что? Ты проголодался, да? Ты поешь, поешь? Нет. Нет. Барьер не преодолим, не понять им нашу любви. Более того, меня, Василий, чуть не убили. А эти люди стояли и смотрели. Боже мой, Василий, это ж твои дети. Рай, а ты что, Надь была, что ли? Была. И наткнулась на стену непонимания, эгоизма и ненависти. А ты зачем пошла такие, а? Хотела найти контакт. Ты же, Василий, робкий человек. Но... Придется тебе все решать самому. Осторожно, милый, так испортишь масне и волку. Значит, это... Хожу я? Подожди. Еще надо все решить. Нет, нет, ничего не решать не надо. Я пошел. Куда? А, куда-нибудь-то. Я уже вот собрался. Ты что, намерен вообще? Ага. Я не пущу тебя, Василий. Ну?
Ну, я вот смотри, зачем я тебе, да? Я ж вон носки стирать не умею, рубашки даже. Все, уже почти научился. Матерюсь-то. А мне это даже нравится, это пикантно. Хочешь, я тоже буду? Ёшкин кот! Не-не-не, не надо. Я тебе не шучу. Отпустите меня, Раиса Захаровна. Ну, тянет меня и все. Куда? Ну, Надя, детям тянет. Ты идешь к этой Горгоне? А нет, я к жене. А как же я? Ну, зачем я тебе, а? Отпустите меня, Раиса Захаровна. Не пущу тебя, Василий, ты мое счастье, ты моя судьба. Хочешь, я научусь печь пироги? Ну, скажи, какой ты хочешь, чтобы Василий я была, я буду ей, Василий. Что ж это такое-то, а? Ну, Раиса Захаровна, ну, что такое-то, а? Ну, я ж по-хорошему-то, а? Ну, что такое-то, а? Вы мне не верите? Отпустите меня, Раиса Захаровна. Не убивайте меня, Василий. Я, конечно, понимаю, что мы с вами из разных социальных пластов, но ведь нас сама судьба связала, Василий. Так это какая судьба-то? По пьянке-то закрутилась и не выберешься-то? По пьянке. Ага. Ты же это, от тоски-то на меня бросила, а? Я. А кто же еще? Все одна-то одна, то ж по Денисах. Мать плохая, а когда тебе в городе-то хвост-то приезжает?
Ну да. Люда, что делаешь-то? Люда, что делаешь-то? Надя, что делаешь-то она? Пускай катится. Спасибо, мама, спасибо. Приехала, не работаю. Кому ж понравится-то? Пожила, отдохнула и хватит. Ну что ж ты речать, не шашу, да ну хватит, да, Надя. Я ж молилась на них, баба Шура. Я ж думала, у меня дом есть, мой дом. А мне, оказывается, хвост бежал. Ну все. Как жить, баба Шура, ну как жить, ну ничего не знаю. Я от мужа сбежала, так отец в бедах. Люд, не унижай. Люд, ну прости ты меня, дуру, прости. Однако, потом сейчас будет. А ты мне сколько крови выпил? Я спокойно иди на пальцах, сосчитать не могу. Да, это кто в огород шастал, а? Я говорил же, огурчиков набрать. И не пронесло тебя с этих огурчиков, да, твоеда. Шастал. А к Маньке-то Зыковой кто заглядывался? Скажешь, нет? Заглядывался. Да все вы на одну колодку, дядя Витя! Кто-то вы все у меня, смотрю, зъелепенились! А вот это тебе спать! Да ты-то чего? Молчи, 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 дядя Витя! Василий! Ой, ты гляньте-ка! Какого красивого дяденьку-то к нам замело! Забыл, что сказать пришел! Гляньте-ка! Глаза-то не смотрит, будто двойку получил. Ну, как живешь-то? Как молодуха-то наша. Я тут ей косму-то поотрывала, так ты поди расстроился, али ничего. Ну, чё молчишь-то? Дядь Вась, ну, молчи. Ах, Василий, хороший мужик, да? Как тебе не совестно, Галюта, чего? Ай-яй-яй-яй-яй. Любите. Василий, как? На время? Или как? Не знаю. Как принято? Гляньте-ка, по-любовнице-то денег на спичке не дает. Хорошо живешь. Надюх, да не цепляешь ты меня. Я же по-хорошему-то пришел-то обговорить-то, а? Я тебя цепляю. Я тебя цепляю, а ты знаешь, я твоим голубям-то все бошки начисто подрубала. Слышь, что говорю-то? Да вы чё? Лёнь, ну-ка не пышай его туда. Пусти, Лёнька. А всё одно, подрубай, ничего ты не сделаешь. Лёнька, а ты чё, меня правда не пустил бы, что ли? А ты кто такой? Ты поговори с отцом-то. Ты чё, Лёнька? Я чё хочешь? Вот тебе скидывай штаны-то, а? Сейчас, разбежал. Скидывай, говорю! Ты про что мамка видел, а? Не видел, как она тут, а? Я про что мамка видел? Я сам пришел, а? Зачем пришел? Ты про что мамка видел, а? Я смогу, я так. Когда тебя этого не прощаю? Я хоть пальцем тронул. Хоть раз. Обидел. На отца? С топором? Ну? Давай! Никогда тебе этого не прощу! Руби, сынок! Давай! Мама, что нам спасение, а? Тебе его как-то не так задушишь, руки! Никогда этого не прощу! Давай, руби, сынок! Давай! Руби, сынок! Давай! Лёнька не одобрил твою фактуру. Ну так правильно, а чего же она не одобрила?
Где он? Кто? Да топор-то где? Да Любонька нам за забор ты его кинула. Ой, пойду запрячу. Тетю. Че? Ты сходи к Василию-то. Ну че? Да скажи ему, что на пароме-то старом его ждать буду. Эх ты, я-то его когда увидела, он побелел весь, трясется, а? Вот пойду, скажу, Надя, пойду. Ну все, не реви, успокойся, пошла. Что такое, а? Стыдобище.
вон все мужики как мужики. А этот-то связался с пацанами, кто-то по крышам носится. Тем людям совестно в глаза глядеть. Ага. А в карты-то, небось, штаны-то протирать лучше, да? А чё? Я про карты-то ничего и не говорю. Те-то как полоумные, вон с утра карты режутся. А ты с пацанами-то по крышам. Что одна зараза, что другая. Какая разница-то? Ну чё ты болтаешь-то такое-то, а? Когда не знаешь-то, чё болтаешь-то? Ты, видать, много знаешь-то. Вон, посмотри-ка. Ум-то прям из ушей прям лезет. Иди вон. Учи свою курортную, а меня-то не надо, я ученая. Ну чё опять про это-то, а? Это. Органы движения не лечили. Органы движения. Да потрубать бы к чёртовой матери вам эти органы. Что дурю-то не маялись, а? Вот. Натворил ведь делом. Сам-то маешься. Я ж вижу. А мне-то что? Лучше чё? Вот с магазина-то иду, домой прям вся трясусь, к воротам-то подойду, тебя там нет, а мне-то что там делать-то? Надь, я ведь не думал раньше-то, а? Надь, я ведь умру, я ведь, Надь, не за себя умру-то, за вас умру-то, вот пусть режут-то, пусть хоть что хотят со мной делают, а? Только б вы жили, а? Обидел вас, а? Ну, я чем хочешь раскручусь-то, а? Ну вот хочешь жизнь свою отдам, а? Ты прости меня, Наденька, а? Прости, Надя. Васенька! Наденька! Васенька! Наденька! Васенька! Надя! Васенька! Надя! Да ты чё? Прям сейчас, что ли, увидят дверь. Вот, Васька, приготовила я, пока ребята-то спали. Ночью. По столовкам-то бегать-то. Невелика ведь радость-то. Вот хоть домашненько давай покушай. На-ка. А я это, чуть с Ленькой-то не столкнулся. Ну? Ну, ничего, вроде не заметил. Ой, так я вчера-то баб Шуру встретила и идет, так по улице улыбается. Я ей, баб Шур, ты чё? А она ничего. Тебе весело, да мне радостно. Так, может, что, узнала, что встречаемся? Как? Ну, так сказал, может, кто. А кто сказал-то? Может, это, по лицу поняла? Ну, что по лицу-то, что по лицу-то? Ты знаешь, на людях-то какая я стараюсь охмурой быть. Ну, знаешь, старайся, не старайся, глаза-то, ну, как блестят, аж не пятна. Ой, ешь давай, ешь, скажу и вначале-то. Да я уж все. Ой, да уймись ты, ну прям как медовый месяц, откуда только силы берутся. Не увернешься? Ой, закричу ведь. Давай, Надюх, рассекречивайся. Ой, да уймись ты, уймись давай. Ой, а ну и пусть, что она была. Что была-то? Да разлучница наш, респис твой. Надюха, ну что ты опять начинаешь-то, а? А ничего. Ну вот в чем с тобой. Работали, жили, жили, работали. А беда-то вона, как собака возле ворот-то ходила. Так может, то и не беда была, когда вот как все показала-то. А что показала-то? Вот как я тебя люблю, как ты меня любишь, какие вот дети-то у нас хорошие. Так это ж дети-то у нас и правда хорошие. Ой, вправду ведь, Вась, раньше-то ведь я ни о чем таком-то и не думала, а теперь про все думаю. Вон, про войну, про капиталистов этих проклятых. Вась, ну че они на нас все рыпаются-то? Ну тоже ты нашла о чем думать-то, а? Вот, война тоже.
Ну а чё война-то? Разлучница. Прям ведь и не знаешь, как детей-то рожать. Какая жизнь им достанется. Какой огонь в воду их окунет. Как судьбой-то их не распорядиться. Тоже рожать она не знает как. Небось, отражались уже. Ой. Ого. Ого. Сначала-то не поняла, потом испугалась. Ой, а теперь-то прям не знаю, что думать-то. Тут ты, мать-то родная, а? Ага. Ну ты даешь, Надюха? Так не я, однако, ж даю, ты даешь-то. Так вместе ж, однако, даем-то, а? Ой. Голубушка ты моя, а? Дай-ка я тебя поцелую, а? Да уймись ты, вот она что ты, мать, да. Делает, а? Дай поцелую. Уймись давай, Вась. Ой, слышь, чё? А ведь боязно. Чё люди-то скажут? Сдурела она чё, дура старая. Да, пусть чё хотят-то, вон то и говорят, а? Ты у меня ещё вон, молодее молодых. Пусть молодёжь-то попробует, а? О, хрен у них чё получится-то, а? 2 месяца уже, вот. А это откуда? Ну как откуда-то? Мы с тобой тут 2 месяца уж как прячемся-то. Всё, запартизанились мы с тобой. Надо выходить из этого, как его, подполье-то. Засмеют ведь люди-то, ой, засмеют. Не засмеют? Вон, у меня жена беременная. Вот, хватит по свиданкам-то бегать, а? Простудишься, я потом что делать-то буду, а? Все, пойдем домой. А как? Замерзнешь ведь. Да? Ничего, вроде потеплело маленько-то. Дым-то не мешат? Так ты в сторону гуди. А? Че, соскучился по ней? Да ладно, сиди поваркуй. Ну ты, Надюха, сейчас только докурю, а? Давай же, иди, иди. Мама! Мам, ты где? Ленька пришел. Что-то рано сегодня-то. Что делать-то будем? Тихо, тихо, Надюха. Я сейчас это, огородами-то. Да куда ты без штанов-то? Ох ты, ёшкинка! Говорила ведь, одевайся, потеплело, потеплело. Как это что, в самом деле-то потеплело? Да сядь уже. А? Лёнь! Чё, Лёнь, пришёл? Да. Так ты чё, воды что ли натаскай? Так там полна кадушка. Да где? Вчера натаскал. Так я ж постирать хотела. А ты это ещё используешь? Так, Лёнь... Мам, ты давай за папкой иди, чё прятаться? Ой, то прячется-то, то прячется-то. Да если б я уж его огладила, то только увидела. Да видел я. Где видел? На реке, ещё целуются, как дети. Придумаешь прям тоже. В армию меня забирают. Кто? Детки кто? Когда? Завтра к 7. Ой. Ох, Петюшненько, а это, сынок, как его? Медкомиссия-то? Все прошло. И не сказал ведь. Когда вы со своей любовью никак не разберетесь. А это, сынок, какие войска-то? На границе. Ой! Сейчас там тихо. Скажи ты ей. А что сказать-то, сынок? Не реви, а. Танюха, не реви. Ну-ка, иди лучше вон на стол. Собери скоренько-то. Ага. Сыночка мой. Пусть отойдет немножко. Я Демите с бабой Шурой позвать, наверное, надо. А, я сейчас, о, быстро. Пап, о, штаны-то надень. Ох, пьешкинько. А я это, хотел еще Ваню-то истопить. А это, а тот с собой, сынок, еще из наших ребят придет. Сашка Булдаков, Вовка Ройман, Витька Филимонов. В одной команде. А, ну хорошо, вот там скучно-то будет, а? Вы давайте там это, друг дружке-то помогайте. На, сыночка, бегай-ка в бакалейку. Денежку вон держи, думаю, хватит. Возьмешь, что надо. Не хватит, прикупим еще. А, и хлеба. Хлеба не забудь.
Пап, там денег в забане на стене. Вот, Анюх, поднимать надо. Парня-то какого вырастили, а? Все.